Для горняка «Спорт» соперничество с Криворожским горняком началось в далеком 2006-м. С тех пор мы уже 9 сезонов играем нога в ногу во всех турнирах и одновременно стали в этом сезоне абсолютными дебютантами первой лиги. После 20 очных встреч преимущество на стороне команды из Кривого Рога, добывшие 11 побед против 6 побед красно-черных. Вот и к матчу в Комсомольске горняк подходит на подъеме. Он не проигрывает уже 4 тура, а за последние недели сумел обыграть команды из нижней части турнирной таблицы – Ниву и Николаев. В последнем туре горняки переиграли Полтаву, как минимум по владению мячом. 65% игрового времени горняк контролировал мяч, но забить так и не сумел. Единственное, что может расстраивать криворожан – это дисквалификация ведущего форварда Артема Ситова. Однако и здесь команды будут в равных условиях. У нас по аналогичной причине будет отсутствовать Сергей Чеботаев, который для нас означает в защите никак не меньше, чем Ситола в атаке у горняка. Есть и хорошие новости. Не исключено, что в заявке на матч появится фамилия Егора Лугачева, работающего уже в общей группе. Радует, что на замену в последнем матче в Сумах выходил Николай Вечурко, пропустивший 2 месяца из-за травмы. В любом случае, горняк «Спорт» ожидает очередной сложный матч. Дома подопечные Игоря Жабченко не проигрывают уже 6 туров кряду. Поэтому болельщики будут ждать от своих любимчиков как минимум продолжения серии.